Всем доброе утро. О, белая кошка нам дорогу перебежала. Короче говоря, идем в школу и в садик. Так что вот так вот. Всем желаем хорошего дня и настроения. Ну. Всем привет. Всем привет. Мы с Машей пошли в магазин. Молока, да что взять, что-то каши все хотят. Маша просит макароны, как всегда, свои любимые. Марина просит гречку, а Катя просит спагетти. А, суп она просит со спагеттими, во. Короче, разрываемся, как не знаю что. Так что сейчас идем в магазин, что-нибудь прикупим. И потом домой. Голова болит немного. А у нас погода-то не очень. Здрасте, дядя Ваня. Козочек со своих выгуливаете. Ребят, сходили в магазин. Знаете, вот самое основное, как всегда, забыли купить. Забыли сахар взять. Вот так вот у нас всегда получается. В целом, что купила? 2-литровую бутылку молока, потому что больше никакого не было. Сегодня детки хотят мороженое сами сделать. У нас есть мороженое. Потом укроп и лук зеленый. 2 огурчика небольших. Салатик сделаю. Потому что купила вот такой небольшой вилочек капусты. Хочу салат сделать. Лука немножко взяла. Батончик колбасы докторская Ясногорка. Я знаю, что вы мне писали, что Ясногорка она не очень. Но пока по финансам такую берем. Дальше потом деткам взяла вот эту вот курочку копченую. Они ее любят, когда возможность есть. Я им всегда беру ее. И взяла шейки цыпленка бройлера. 2 упаковочки. Пускай будет в морозилке, лишними не будет. Мы иногда с них кашу рисовую делаем. Как наподобие плова. Очень вкусно получается. И поэтому пускай лежат в морозилке, не помешают. Вот такие вот в целом покупки. Сейчас, наверное, или сама схожу в магазин за сахаром, или же отправлю Машеньку в магазин за сахаром. Все равно сахар нужен хотя бы немножко, но много. Ладно, дорогие друзья, вот такие вот были покупочки. Так, дорогие друзья, мы со Светой сделали салат. Отварили уже просто макарошки. Дети все проголосовали за макарошки. Я предлагала гречку, кашу там какую-нибудь, пшеничную какую-нибудь. Или что-нибудь еще такое. Кукурузную, пшеничную, да что. Они сказали всем, макароны. Короче, сейчас будем кушать. Сейчас покажем, что у нас будет сегодня на ужин. Так, мои хорошие, положили мы уже кушать. Что у нас сегодня будет? Салат. Колбаска и спагетти. Макарошки, все, вот такой вот ужин, плюс чай с молоко, там булочки у них есть, да что. Поэтому всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Всем доброе утро. Оксана, скажи привет. Оксана в школу собирается, мы ждем Катю. Катя у нас долго одевается. Ждем Катю, чтобы дом закрыть на замок.
Сегодня первый раз одела юбку, знаете, некомфортно. Решила юбку одеть. И то уже недовольная вся. Так что вот такие вот дела. Ладно, дорогие друзья, у нас день сегодня начался вроде хорошо. На улице тепло, да, Оксана? Даже невероятно тепло. Я голову помыла, у меня волосы еще не просохли до конца, но ничего, на мне высохнет. Я сейчас поеду мне на... Я заняла денежку. Ну, как заняла? Взяла, короче. И это... Заплатить надо за площадки. У нас согласилась учитель подождать, поэтому я нашла. Ну, правда, придется переплатить. Взяла 4, отдать 5 с лишним. Ну, не факт. Это не проблема, как бы отдам. Сейчас на за двоих за площадку заплатить, за выпускной заплатить. И узнать насчет того, что там куда-то они еще идут. По-моему, то ли шоколадная фабрика, или, короче, куда-то что-то еще собираются. Еще по 300 с чем-то рублей. Но я на эту сумму пока не брала деньги. Я брала чисто на выпускной и на это, на площадке. Не рассчитывала как бы на то, что придется еще куда-то платить. Но договорюсь, узнаю до какого числа и как-то вот так. Блин, мы сейчас из-за Кати на автобус опоздаем. Ладно, дорогие друзья, всем хорошего дня. Ждем Катю и идем бегом на автобус. Все, дорогие друзья, съездила в город, заплатила за площадки за двоих детей, заплатила за выпускной Машин. Все, слава богу. Да это что такое, а не кошка? Ругай ее, она на солнце лезет туда. Зашла в магазин, кое-что купила. Взяла вот такие вот кольца, они как бы внутри с апельсиновой сгущенной начинкой. Детям уже брала, им понравилось. Поэтому взяла вот в этот раз пакетик целый. Ну, каравай черный, потому что не было другого. И хлеб белый, две булочки взяла. Две булки хлеба. Также купила литр молока. Сегодня так жарко, я еще курточку одела. Вся вспотела, как не знаю, что, ребята, знаете. Это вообще какой-то капец. Жарко очень сильно сегодня, конечно. Дальше взяла кусочек соленого сала. У нас тут местные в магазине делают. Так. Также забрала заказ Фаберлика. Это не реклама, это за свои деньги. Потом покажу попозже, что заказала. Также в городе купила 2 пачки сахара. Сахар у меня уже вышел, кстати, по... Где у меня чек-то? Где-то... По 77 рублей, короче, был сахар. Чек оторвался где-то, не знаю. А вот он. Нет, не этот чек. Короче, 77 рублей был сахар. Ну, по карте вышел. И... Паштет одну штуку взяла. Все. Вот такие вот в целом все покупки были. Сейчас пойдемте за компьютер. Я сяду сейчас чайник поставлю. Пойдемте за компьютер. И я сейчас это покажу, что я Фаберлик заказывала. Короче говоря, перешла сюда. Я в Фаберлике вот заказывала вот такой вот пробник. Это для духовок и плит. Знаете, в чем прикол? Он хорошо отмывает инерционную плитку. Мне вот эта бутылочка уже надолго хватает, но вот тут еще почти полная она. Поэтому я решила заказать для духовок и плит большую бутылку. Классное средство, мне понравилось, поэтому пускай будет дома запас. Дальше в Фаберлике мне очень нравится. У меня есть зеленая бутылка, моющее средство для посуды. Я Ильюше тоже в Соликам сдавала и кондиционеры брала в Фаберлике. Мне очень нравится, поэтому вот заказала моющее средство с запахом лимона и мяты. Также нравится вот эта вот серия. Это мицеллярка для снятия макияжа. Я иногда все-таки крашусь, поэтому мне надо было... И заказывала точилку для толстых и тоненьких карандашей. У меня просто есть толстый карандаш. Сейчас я вам даже его покажу. И у меня к ней я не могу подобрать точилку.
Вот этот, видите, толстый карандаш, и ни одна точилка не подходит. А здесь, видите, сразу для двух карандашей, и для толстого, и для тоненького. Поэтому классная вещь, классная штука. Василис, у меня ничего нету, иди, пожалуйста, от этого. Дальше, Машеньке мы как-то заказывали вот такие вот духи, ей понравились, они у нее закончились. Она мне попросила, мама говорит, закажи мне, пожалуйста, духи. У меня, говорит, закончились, и опять такие же попросила. Поэтому я ей заказала, и сразу ей туда на койку был рошу придет. Сама посмотри. Ой, блин, опять не та помада. Короче говоря, заказала помаду, но мне цвет опять не нравится. Ну, ё-моё, ну вот как всегда, как закон подлости. Сейчас покажу. Вот такой вот оттенок. Такой красный. Я не знаю, как вам, ребят, показать. Сейчас, короче, покажу. Извиняйте. Ну, вот так вот будет красный. Извиняйте. По-другому никак. Ну, не знаю. Не нравится мне эта помада. Дальше Фаберлики. Мне понравилась также кисточка кухонная. У меня моя неудобная тем, что она не слитная. Она спадает. Вот эта вот часть нижняя, она всегда спадает. А тут слитная такая кисточка хорошенькая. И с дырочкой можно повесить. Поэтому взяла себе кисточку. На кухне мне надо. И вы видели, какой у меня ужасный венчик. Блинчики взбивать. Я решила заказать вот такой вот Фаберлики коричневый. Посмотрим, ну, такой себе. Посмотрим, как будет, понравится, так буду. Вот такую вот ручка металлическая, а тут, походу, дело пластиковое. Оно, да, оно пластиковое. Но посмотрим, будет, нет, удобно блинчики замешивать. Потом скажу слово. Все, весь заказ. Я тут в основном себе средства заказала. Маша духи, да вот, чтобы потом сумму добрать, я заказывала вот эти вот. И каталог у меня пришел с 25.04 по 15.05. По 15 число еще действует. Надо будет посмотреть. Да. И пришли китайские посылки. Тут у меня Машенька хочет делать брелочки. И мы заказывали для брелочков. Сейчас я вам все покажу. Специальные штучки. Она хочет делать из этой эпоксидной смолы. Это мы вот ей заказывали вот такие вот основы для того, чтобы делать брелочки из эпоксидной смолы. Тут они, видите, разные всякие есть. И вот такие вот штучки она меня просила. Сейчас вам открою, чтобы вам было лучше видно. Я не знаю, как они называются, но вот они вот такие вот, ребят. Я надеюсь, вам видно. Такие штучки интересненькие. Тут апельсинки, клубнички, ананасики, вишенки, лимонки, цветочки. Короче, всякое такое. Ну, все, Машеньке. Машенька придет и это отдам ей. У нас почти все уже, да, все уже пришло для того, чтобы делать. Поэтому на канале Влог Рукодельниц скоро выйдет видео, как мы будем с Машенькой учиться будет Маша делать брелки из эпоксидной смолы. Поэтому, если кому интересно, проходите на канал Влог Рукоделия и подписывайтесь. Ладно, пью чай, переодеваюсь и пью чай.